Выращивание саженцев в питомнике является незатратным и увлекательным бизнесом. Но потребуется специалист по разведению. Начать дело можно на даче или в селе с минимальными вложениями. Небольшой участок земли позволит зарабатывать ежегодно от 15 тысяч долларов. Такой бизнес может приносить дополнительный заработок или быть основным занятием. Он отличается сезонностью продаж и длительной окупаемостью при выращивании хвойных пород. Потребуется также знания по уходу и разведению. Доход за сезон обеспечит предпринимателя на год. В питомнике выращивают саженцы хвойных и садовых деревьев, а также ягодных кустарников. Для этого понадобится от 20 до 30 соток. Ягодные кустарники и наземные растения выращивают черенками, отводками и корневыми отпрысками. Черенки аккуратно отделяют и выращивают в теплице. Готовят их весной и осенью, реализуют осенью и весной. Плодовые деревья разводят прививками. Семена плодов высаживают в ящики, через год они прорастают и их прививают. Хвойные деревья размножают семенами, саженцами и черенками. На выращивание саженцев уходит от 2 до 4 лет. Их выращивают у дачных поселков и крупных городов для использования в ландшафтном дизайне. Кроме этого, можно выращивать комнатные растения, а также цветы для открытого грунта. Желательно иметь теплицу, чтобы выращивать цветы и рассаду для дальнейшей реализации. Работу следует наладить так, чтобы через год-два саженцы приносили стабильный доход. Из 30 соток 20 должен занимать сад. Начать бизнес можно с востребованных клубники, земляники и цветов. Так можно быстро заработать. Затем можно выращивать смородину и малину. С плодовых и хвойных деревьев саженцы будут готовы на 3-4 год. Затраты на приобретение участка составят 1500 долларов. Строительство сезонной теплицы на 50 квадратных метров обойдется в 300 долларов. На круглогодичную в 120 квадратных метров следует выделить 7500. На капельный полив потребуется еще 1000 долларов. Начальное вложение составит 6500 долларов без теплицы. Ежегодные затраты 1500. Реализация саженцев с такого участка принесет в сезон доход в 5-10 тысяч долларов. Чистая прибыль только на ягодных кустарниках составит 5000. Саженцы деревьев через 5 лет принесут от 15 тысяч долларов. Рентабельность бизнеса 90%. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.